Всем привет! Меня зовут Евгений, и вы смотрите обзор игры CSR Classic. Погнали! Буквально недавно в App Store появилась игра CSR Classics от компании Natural Motion Games. Размер приложения составляет 238 мегабайт. Как и предыдущую часть, игру можно скачать бесплатно. CSR Classics – это продолжение гоночной игры CSR Racing для iOS. CSR Classics дает возможность погрузиться в атмосферу легендарных американских ретро-автомобилей, и это, пожалуй, единственное, чем отличается игра от первой части. Непонятно, почему разработчики просто не добавили новые автомобили в CSR Racing, а выпустили отдельную игру. В CSR Classics у каждого автомобиля есть две версии – Loved и Unloved. В первом случае вы получаете прокачанный, доведенный до блеска ретро-автомобиль, а во втором случае вам придется реставрировать ржавое корыто, прежде чем соревноваться в драг-гонках. На все улучшения и автомобили нужно тратить внутриигровую валюту. В игре есть два вида валюты. Первое – это золотые монеты, которые можно только купить за реальные деньги. И второе – это деньги, которые игрок может заработать по мере прохождения игры. Игровой процесс представляет собой гонку с видом на машину сбоку, где нужно переключать скорости механической коробки передач. Графика в игре на высшем уровне, детально проработанные автомобили и трассы, много красивых эффектов, блеск сверкающих маслкаров и общая атмосфера на пятерку. Любителям ретро-классики игра придется по душе, так как здесь присутствует огромное количество марок автомобилей середины 20 века. Скачать игру в App Store можно, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Ну а на этом все, не забудьте подписываться на канал и ставить лайки. Пока!